20 миллиметров. На 20 хватит. Эй. Смотри, да. Когда уголки срезаем, вот так вот ставим ножницы, нам видно, сколько мы срезаем. Это во-первых. Во-вторых, пальцем прижимаем отрезаемый уголочек, и он остается у нас в руке. Потому что видел я, как режут вот так вот наоборот. Во-первых, не видно, ножницы закрывает, сколько срезаем. И во-вторых, уголки непонятно. Ну, хотя тоже можно поймать. Ну, а в основном жестянчиков у крутых, они почему-то разлетаются по всей мастерской. То есть поставили, отрезаемый у нас слева, если вы правша. Уголки ориентировочно 6 на 20. Все. Надрезали. Теперь накладываем один на другой, чтобы у нас все было ровненько. Берем чертилочкой, очерчиваем. Все, по вот этой линии теперь отбиваем. Так, берем с надрезами. По той линии, которую провели, отбиваем крючочек первый. Когда обводили, когда надрезали, получается, вот на этой части 6 миллиметров надрез. Сюда будет она. На вот этой части, на второй, 13 миллиметров. Теперь, чтобы потом тетки, которые обслуживают мельницу, там уборщицы или как аппаратчицы их, чтобы сильно не кричали, вот этот уголок нужно отрезать. Потом я объясню, почему. Один. Второй. Все, остаток сваливаем.
про уголки, которые вырезали. Вот, при, ну, начинали когда делать, говорил вот уголок. То есть вот так вот со срезанным уголком вот выглядит. Вот так вот, ничего не цепляется. Ничего. А вот так вот, если уголок не срезать вот на замке, то есть получается... Вот так вот и вот так вот. Вот так неправильно. Допустимо, но неправильно. Потом при обслуживании, кто будет самотеки там на мельнице отметать от пыли, зацепится за этот уголок и спасибо не скажет. Вторую часть кладем. Все у нас сошлось. И теперь который крючок от боку сними. Вот он. Все, подваливаем его. Замки, чтобы... Когда будем выворачивать этот замок, вот так вот можно его подогнуть. Все. Вот это место аккуратненько нужно пробивать, чтобы не лопнул металл. Металл у нас, наш местный казахстанский, карметовский, каргандинский, очень жесткий, и поэтому он надрывается, лопается. Вот, первый завалили, получается одинарный лежачий фальц. Теперь переворачиваем вот так вот и отбиваем еще раз 6 миллиметров. Все, получилось вот так сбоку. Видно, да? Снова завалим. Ну ладно, не надо. В этих местах до конца не нужно проваливать. Потому что потом будем разворачивать. Вот склепали, вот у нас две половинки.
Теперь начинаем разворачивать. Вот у нас вот этот вот 6 миллиметров, то, что мы оставляли, он уходит, короче, получается, как замок. То есть шов у нас вот этот сейчас не разойдется. Примерно вот так вот. Все, давай теперь сколачиваем. Получилась вот такая вот кривота. Видно, 80. Уголочки ранее загнуты. Разгибаем. Теперь равняем.
Ну все, примерно вот так вот должно получиться. Почти что кругленько. То, что ребра, ничего страшного. Все круглое. Вот, теперь у нас тут при раское, при сборке маленько вот получился вот здесь вот косяк. Это ничего страшного, просто берем и вот как бы вот по вот этой линии надрезаем его. Отрезаем, вернее, вот этот. Вот так вот тут оно выглядит. Ага. Так, теперь, так как у нас вот этот угол большой очень, на зиг-машинке будет трудно подлать сюда. Немножко молоточком подбиваем. Можно еще чуть-чуть подогнуть. А что это за машинка? Зиг-машинка турецкая. Дистан какой-то, что ли, по-моему, фирма. Ролики отрезные, но я их использую как для пальца. Мы отбили, вставляем. Откат где-то 4-5 миллиметров примерно. Вот так как вот мешался вот этот угол вот получился не на 90 угол отбортовки. Молоточком его доваливаем. Даже тут угол не 90 должен градусов быть, а еще острее относительно вот этой стороны. Должно вот так примерно получиться. Так. Все. Остановлю. Ну, как двойной, как откатывать не буду показывать. Всем известно. Вот. Все. Подбиваем предварительно одну сторону. Ну, я возле замка делаю. Дабы потом не мучиться. То есть чуть-чуть ему направление даем, как бы подзакрываем его. Иди сюда. Все. Теперь вставляем.
Оправку нужно так стараться подставить под шов, чтобы удар приходился все время на оправку. Если мимо будете бить, то начнет проваливаться одинарный фальц. И будут ямы, и может даже шов разбежаться. То есть все время нужно контролировать, чтобы оправка была под тем местом, куда вы бьете. Вот этот у нас конец пойдет в засов, поэтому здесь сделали вдоль шва надрез, прям рядышком, и загнули его вовнутрь. То есть теперь, если вы будете даже запихивать его с силой куда-то в трубу, никогда фальц у вас не сойдется. Замок вот. Ну все, вот так вот конечное изделие выглядит.